И здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами Андрей, и сегодня я покажу, как же накрутить лайки ВКонтакте бесплатно через программу Likes VK. Так, вот у нас планшет, заходим. Программу можно скачать в Play Market бесплатно, она у меня загружена, но покажу, как она называется, как пользоваться вообще. Вот наш Play Market. Пишем в поиске Likes VK, и она у нас тут самая первая. Нажимаем на нее и скачиваем. Ну, она у меня скачана, открываем ее. Вот, у меня тут уже зашлось. И покажу вам. Вот, выходим. Сейчас я выйду, покажу. У вас сначала будет обучение. Пройдете его и нажмете вот сюда, в серединку. Здесь у вас будет запрашиваться email и пароль от вашей страницы. Наберете и войдете. Вот, у меня вошлось. В предыдущий раз на своем телефоне, когда я увидел эту программу, я взламывал мою аватарку. И взломал на 174 лайка, как видите. И покажу вам сейчас, как заработать. Лайки можно накручивать через монеты. Одна монета, один лайк. Сейчас я вам покажу, как зарабатывать. Вот здесь написано, к сожалению, нет фотографии. Обновляете. Вот, у нас появилась фотография. Оцениваем ее, и у нас 0,5 монет. Вот, еще оцениваем. Сейчас до 3 оценим монеток. Так, оцениваем. Блин. Может долго так щелкаться. Все равно программа офигенная. Так. Вот последний раз. Оцениваем. Ну, это я не буду оценивать, потому что у меня будет 0,5. Также можно монеты выиграть. Вот здесь будет вот сбоку кнопочка «Выиграть». Нажимаете спин и выигрываете. Если у вас в середине будет 3 кристаллика, выиграете 20 монет. Ну, у меня попадалось только 3 кристаллика и подарки. В одном подарке содержится 2 монетки. Ладно, теперь я покажу вам, как добавить лайки на фотографию. Нажимаем лайки. Вот выбирайте аватарию, которая у вас в альбоме. Обязательно надо, чтобы она была в альбоме или на аватарке. И выбираем число монет, которые вы хотите поставить на фотографию. Одна монета, один лайк. Вот, как вы видите, я набрал три монеты. И это 3 лайка. Нажимаем старт. И у нас добавляются лайки. Готово. Если вы нажали готово, значит лайки добавились. У нас было 174 лайка, да? Сейчас здесь показывает, что 177. Заходим в наш ВК, ВКонтакте. Вот он. Здесь 174, да? Но надо обновить нам. Сейчас, подождите. Видите, у нас 177 лайков! Вот, 177! И программа хорошая, скачивайте. Если у вас пишет что-то, что не скачивается, или мало памяти, или это у вас телефон глюканутый, или реально не хватает памяти, что-то, сразу хвалю эту программу. Разработчикам спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Ну, всем пока.